Петр Кузьмич – молодой художник и малист. Он в каком-то смысле является продолжателем творческого пути своего отца, знаменитого мастера Беларуси Николая Кузьмича. Работы Петра в своем роде уникальны. Он один из немногих мастеров, работающих в авангардной манере, а потому сюжеты произведений уникальны и философские. Я не совсем реалистичную работу делаю, потому что все-таки надо оставлять реалистичное на живопись. Потому что пытаться передать в материале саму суть, материал, прежде всего, потому что ты зависишь от работы, от материала, и сам материал тебе уже подскажет, как что делать. Работа с эмалью требует особой аккуратности и трепетности. Обжиг длится всего 2-3 минуты в зависимости от цвета и металла, с которым сочетается покрытие. Каждый раз получается совершенно новый узор, не похожий на остальные. И как итог, произведение становится оригинальным дизайнерским предметом, дополняющим интерьер. Например, таким, как триптих «Черное и белое». Триптих – это принцип, потому что это три работы, от того названия триптих. Символизирует они белое и черное, добро и зло, хорошее и плохое. Такой философский вопрос, на который, я думаю, человек, каждый сам индивидуально знает ответ свой, и что в нем заложено. К увлечению сына Николай Кузьмич относится философски. Считает, что искусство каждый видит по-разному. Зная не понаслышке, что такое эмаль и как непросто работать с этим покрытием, отец желает сыну постоянного совершенствования, что позволит в будущем стать профессиональным мастером. Мне нравятся такие вещи. Они очень бывают, так сказать, легкие, может быть, спорные. Ну, быстрота и эффекта достигается. Если живопись – кропотливый труд, то здесь это стекло, оно сразу раз и произведение. Так же самое и эмаль. Здоровье, счастье, конечно, и жалеть не распылять себя сильно. И не искать, так сказать, ну, борьба – это, конечно, жизнь – это борьба. Ну, по крайней мере, не бороться со мной, а бороться где-то с кем-то другим. С работой, с материалом. Ну, и входить прекрасно в жизнь. Анастасия Назарин, Плотницкая, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг ТВ».